Ассай презентовал свой новый альбом «Задеть за мертвые». Он крайне редко дает интервью. Все, что Ассай хочет сказать зрителям, он говорит в своих текстах. Но в этот вечер Ассай сделал исключение и говорил не только со сцены. Моя музыка – это, наверное, ну не какие-то типа такие переживания, типа мне плохо, я поэтому это написал. Это ну, некая трансляция, это есть во мне. Ну и всегда было, и всегда будет. А там мое равновесие, да, и мое там внутреннее спокойствие как-то к этому не очень относится. То есть мне даже лучше пишется, думается, когда я отхожу, да, от каких-то таких бытовых, я спокоен и так проще, наверное. Ну, разные ситуации по-разному бывают. Для записи альбома «Задеть за мертвое» в декабре прошлого года Ассай объявил о творческом отпуске. Да я больше, наверное, со зрителями ощущаю пустоту какую-то, да, когда если зрители не очень вообще понимают, о чем речь идет, или как-то тебя не воспринимают, не чувствуют, то намного тяжелее, нежели не давать концерты на какое-то время определенное. Мы совершенно спокойно жили с декабря прошлого года без концертов, буквально до, ну, до этого месяца. Ну, у нас был там один выезд. Мы совершенно спокойно. Ну, мы занимаемся студией, занимались записью, строительством студии, поэтому все, короче, так. Мы сейчас развиваем тему студии. Мы открываем сейчас в июле для, короче, для всех, типа того. У нас там буквально там какие-то нюансы, и приезжает звукорежиссер из Европы, и будем, в общем, работать, делать, короче, крутой звук для всех. В записи альбома принимали участие приглашенные музыканты. Ну, основной у нас костяк, мы на студии работаем я и Миша. Миша Тебеньков, да. Мы сидим и делаем музыку. А потом уже приглашаем ребят. Вот у нас сейчас такой формат. И вот ребята, которые сегодня будут выступать, они участвовали в записи и, соответственно, участвуют в выступлениях, да. Но помимо них были еще другие люди, и мы их просто приглашали. Так удобнее, ты сидишь и там... Знаешь, что сюда подойдет это, сюда ты попробовал это, не подошло. Ну, как-то так, так проще, когда нежели там, по опыту я говорю, нежели там все вместе бендом сидят и сочиняют песню, да. То есть тогда все очень долго происходит. На новом альбоме есть две совместные работы Ассай. С Манижей «Цветок» и вторая работа удивила многих. Это трек «Река» с Иваном Дорном. Я знал Ивана Дорна, я знал, что он делает, и мне это нравилось, и поэтому... В какой-то момент мы подумали, что было бы круто с ним записаться. У Вани был концерт 12 мая, он приехал 11 мая, 11 мая мы записали. Ну, слова у меня были готовы, тема готова была, Ваня приехал и написал слова и записал. Вот и все, все классно. Не знаю, насколько это там несовместимо для кого-то. Это просто какие-то предрассудки, да? Все, может быть, у всех картина всплывает, где Ваня танцует там на каблуках, да? Наверное, не знаю. Ассай, как всегда, остается верен себе. Его новый альбом – это очень глубокая и тонкая работа. Мы записали альбом, сейчас будем снимать видео и как-то, наверное, куда-то в эту сторону двигаться. Будем думать касательно видео. Такие вот новости.